Здравствуйте, здравствуйте! Ай, вы чё, не с теми воюете? А ну, это, перестаньте! Может, вы всё-таки это, пойдёте с лигейскими пчёлами воевать? Я вот сейчас к ним пойду. Да. Давайте вы там это тоже собирайтесь. У нас тут это пчелиная мобилизация получается. Ай! Ой! Уй! Ай! Вы это не меня, лигейских кусаете-то! Ой-ой-ой! А, куда? Тут так дело не пойдет. В общем, я нашел злобных пчел, вот они в империи сидят тут. И огребают, короче, ото всех. Наверное, поэтому они такие злобные. И вообще... Как говорил великий Макс Кракан, выньте попугая из сраки и в путь! Да, это был не самый простой путь, но в то же время не самый сложный. Всего-то нужно было пересечь Святую Землю и забраться на корабль Лиги. А там, умерев несколько раз, забраться на эти ящики и добраться до наших желто-полосатых любителей Билайна, которые почему-то совсем не воюют. Хотя это и не удивительно, ведь у них даже нет меда. Ну что вы за пчелы без меда, а? Что-что? Жжжж? Ага, понятно. Когда вторую пчелиную войну закончили? А, ну я так все и понял. Расходимся.